Всем привет! Я уже у мамы. Да, я вообще не вылезаю из этих байковых костюмов, честно вам признаюсь. Только в них и хожу, потому что более комфортной одежды сейчас я себя не представляю. Но рада, что мы добрались. Обстановка у нас не очень спокойная. Это белка. Собака мамы. Привет! Только я боюсь, потому что я пахну дукалисом. Все может быть. Она меня как-то укусила, кстати. Играется. Да, да, да. Мама нам приготовила ужин. Очень вкусный был. У нас и картошечка была, и нарезка, и курочка, и яйца фаршированные. В общем, очень вкусно. Мы наелись, и особенно я люблю грибочки. И слава богу за все, что мы имеем на этом столе. Только что мы были за столом, уже мы прячемся. У нас сирены. Вот так. Видите, какой контраст вам показываю. Ну что ж, мы будем сидеть. Покажу вам сейчас. Видите, у нас одеяло. Мама еще свечку дала нам. Где мы тут сидим? Я показываю просто на переднюю камеру. Не знаю, будет ли хорошо меня слышно и видно. Там еще стульчики есть. Ой. Ну, на этом буду с вами прощаться. Если видео выйдет, со мной все хорошо. Я на это очень сильно надеюсь. Спасибо за ваш просмотр. Берегите себя. Слава Украине!